Так, привет, мужики. Наконец-то я вскрыл крышечку. Короче, что было? Один человек все-таки оказался прав. И вот эта вот залупивочка. Вот это вот, короче, вал получается третий. Пятой скорости перескочил, выскочил полностью и загнал заднюю передачу, короче, шестерню задней передачи, ну, короче, включил заднюю. Ну вот, как-то, блин, так получилось. О, так видно вроде. Вот это вот загнал заднюю, короче, вот такие вот дела. Ну, а так вроде, не знаю, посмотрел, вроде все целое. Короче, не знаю, видно не туда. Ага, хрен там масло отображает. Короче, шестеренка вот эта вот четвертой скорости, не знаю, что там под низом, но вроде целое. Вот это вот единственная хрень вот так вот должна вот это вот быть. Или не должна. Интересно, обойма. Подшипник там или что там оно стоит вот это вот. Так выходить сюда. Это я не знаю. Коробку ни разу не разбирал. Короче, можно ставить крышку и пробовать работать. Но приключилась одна беда. Откручивал фиксатор. Не знаю, что это за трещотка у меня такая дебильная, блин. Короче, откручивал фиксатор. Слетает у меня головка. И вот туда только ляпсь. Ну, сюда где-то. И ушла в маслечко. Короче, теперь надо, наверное, я так подумал, солью масло. Посмотрю. Если ни хрена там не найду головку нигде через пробку или как. Придется вынимать редуктор, наверное. Или откручивать крышку редуктора. Расскажите, как оно там на крышке этот редуктор стоит, есть ли какие-то мелочи, нету. А то, короче, опять что-нибудь начну, короче, херню какую-нибудь сделаю. А не хотелось бы делать лишние работы. И как раз через редуктор посмотрю на нижний вал. Короче, как-то так.